Итак, всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами будет видос по поводу видос сравнения. Что же все-таки лучше? То есть объективно, да? ПК или консоль? Вот. Думаю, видос будет угарный, ну не угарный, а такой разгромный, потому что вызовет бомбежку пуканов юзеров, поскольку все как бы делятся там ПКшников и консольщиков. И сейчас я вам расскажу, сразу говорю, я, как бы, понимаете, я не представляю какую-то вот одну из этих вот хуйней, или ПК, или консоль, я как бы нейтралитет, то есть я считаю, что у ПКшников есть свои плюсы, и у консольщиков есть свои плюсы. И давайте я сейчас вам объясню, какие есть плюсы и минусы. Итак, смотрите, консоли, да, что как консоли, это такая приставка, грубо говоря, уже она давно их делает, у меня даже PS2 вот лежит, я, может, обзор, кстати, сделаю на PS2, сохранилось. Вот, то есть, смотрите, плюс какой. Вы можете ее куда-то взять и поиграть. То есть, переносимость, да, персональность. Берете там, к другу отвозите и хуярите там какую-нибудь игрульку, блядь. Вот, это плюс. Из минусов консоли это дорогие игры. То есть, они там стоят 2000-3000 рублей. То есть, чтобы хорошо там, чтобы играть или покупать, вам надо хорошо зарабатывать. А деньги у нас, так сказать, в Рашке не у всех есть, поэтому такая хуйня, вот. Это как бы минус. Какие еще минусы есть? Ну, в принципе, я не знаю, какие еще минусы. Давайте теперь о ПК. Вот у ПК есть минусы дохуя, смотрите. У ПК минус. Это надо часто обновлять. То есть система проходит 2-3 года, и, грубо говоря, игра просто не как бы лагает 5 FPS, 10 FPS. То есть просто, блядь, тормозить играть невозможно, надо покупать, обновлять специально, тратить деньги на дорогие видеокарты или процессоры. Так вот, это как бы минус. Плюсы ПК в том, что как бы можно скачивать игры пиратка, то есть зачем покупать лицензии, тратить бабки, деньги, если ты можешь просто скачать и поиграть. Это плюс. Вот. Что еще? Минус еще у компа, вот то, что его нельзя переносить. Ну, если мы ноут как бы не берем, если исключить ноут, то ПК вы, собственно говоря, не можете его куда-нибудь взять, только дома поиграть можете. Вот. Также там есть интернет у компа, то есть вот можно все это скачать, вот это плюсы, да. Вот, как бы графика у консоли намного лучше, это тоже плюс. У компа, если да, сейчас покажу вам сравнение графики, вот сравнение графики на PS4 и на ПК в игре. Вот и думайте, собственно говоря, делайте выводы свои, что тут, собственно говоря, лучше или хуже. Вот, вот такой вот видос у меня был. Как бы я сделал сравнение ПК или консоль. Я считаю, что они оба как бы универсальны. То есть у тех свои плюсы и минусы есть, и у этих есть свои плюсы и минусы. Вот, вот такой был видос, как бы. Думайте сами по этому видосу, пишите комменты, я почитаю там. Консольщики будут, сука, писать по-любому, там, типа, там, ты унизил, там, консоль. Я никого не унижал, я говорил, что есть и у ПКшников свои плюсы и минусы, и у этих. Вот такой видос. Всем спасибо за просмотр. С вами был Иван Конри. Всем пока.